состав хозяина. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Решили сегодня они сыграть в высокий прессинг. Будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. Ну вот еще один красавец стадион в Лондоне. Олимпийский. Специально к Олимпиаде 2012 года его построили. Но теперь и футбол добрался до его поля на регулярной основе, я бы сказал. Редко тут проводятся футбольные мероприятия, что, кстати, очень жаль. Вместимость 80 тысяч зрителей пришлась бы очень кстати многим событиям футбольной Англии. И, к слову, это третий стадион по вместимости после Уэмбли и регбийного Твикенхэма. Неаккуратный пас, мяч выше. Хороший пас во фланг. Есть вариант для паса. Нужно забивать и выходить вперед. И счет матча открыт. Отлично они начали. Быстро решили забрать игру себе. И гол в этом, конечно, плане лучший помощник. Секундная расслабленность, и вот, пожалуйста, она расплата. Надо заметить, защитник откровенно прозевал этот рывок, так что винить он сейчас может только себя. Добро пожаловать на Олимпийский стадион в Лондоне. Георгий Черданцев и Константин Генич сегодня будут смотреть футбол вместе с вами. Сегодня Вест Хэм встречается с Вулверхэмптоном. Матч вот-вот начнется, так что давай дадим свои прогнозы, пока есть пара секунд. Мне почему-то кажется, что победят хозяин. Знаешь, а я бы никому предпочтения не отдавал. Мне кажется, будет ничья. Mark Noble. Number 8, Felipe Anderson. Number 19, Jack Wilshere. And number 7, Marco Anelka. И с нами состав хозяина. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Решили сегодня они сыграть в высокий прессинг. Будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того...